Профессор Дершевиц, когда мы говорим, что кто-либо является евреем, то мы в некотором смысле утверждаем, что иудаизм лучше других религий. Следовательно, не настало ли время убрать из Иерусалима мусульманскую святыню Купол Скалы, поскольку она построена на месте второго храма, самого священного места иудаизма? И если нет, одобряете ли вы настоящий закон, запрещающий евреям молиться у Купола Скалы? Конечно, я не считаю, что еврейство или любая другая религия лучше других. Это абсурдно, когда религия заявляет, что она лучше других. В еврействе, в моем воспитании, нет ничего, что поддерживало бы эту точку зрения. Мои родители, а также их родители, учили меня, что быть евреем не значит быть лучшим. Да, в каком-то отношении ты не такой, как все. Как вообще любого человека всегда отличает принадлежность к какой-то группе или системе взглядов. Нет, я также не считаю, что закон, запрещающий евреям молиться на Святой Горе, правильный, но я также не думаю, что Купол Скалы нужно перенести. Купол Скалы — очень святое место, так же, как и место, на котором он построен. Я думаю, что если вы начали полемику, какая религия самая правильная, какая религия самая единственная, какая религия должна контролировать определенную географическую территорию, есть только один способ решить этот вопрос. Это тот способ, которым такие вопросы решались исторически. Война, кровопролитие. Я не одобряю религиозные междоусобные войны. Должны быть другие способы решить эту проблему. Что, умные еврейские адвокаты не могут найти способ создать кондоминиум, как в многоквартирном доме? Война, храм и купол. А почему бы не строить поверх храма? Ведь в недвижимости стоимость верхних этажей всегда выше. Давайте оставим в покое купол и построим храм над ним. Я не шучу, я серьезно предлагаю прийти к компромиссу. Сегодня компромисс трудно достижим в одних ситуациях и легко в других. Обычно религиозные объекты контролируются религиозными властями. Христианские власти контролируют христианские религиозные объекты, мусульманские власти контролируют мусульманские религиозные объекты, еврейские религиозные власти контролируют еврейские религиозные объекты. В отношении нескольких объектов имеется конфликт. Ни одна сторона не хочет уступать, значит, нужно подойти к проблеме творчески. Также должны быть права для нерелигиозных людей. Я не думаю, что еврейские власти имеют право говорить евреям, которые не верят в то или иное галахическое правило, «Сюда нельзя ходить, здесь нельзя молиться, к старому храму нельзя подходить, это нельзя делать». Я полагаю, если какие-то евреи хотят следовать галахе, они должны понимать, что галаха это запрещает. Я также не думаю, что Раби Кахане нужно запрещать молиться на месте, которое он считает святым, только потому, что это место считает святым и арабы. Мы должны идти на компромисс. Компромисс — это суть решения любых религиозных споров. Но я, конечно, не согласен и с тем, что Израиль должен отказывать арабам в праве контролировать свои религиозные объекты. Это абсолютно отвратительная ситуация. Она существовала в то время, когда Иордания контролировала Восточный Иерусалим и запрещала евреям доступ к их святым местам. Нужно идти на компромисс. Нужно разрешать подобные проблемы без кровопролития. Но этого будет очень сложно достичь, если дать власть принимать решения самым упрямым и самым бескомпромиссным религиозным лидерам. В конце концов, конфликт между двумя религиями — это политическая проблема, а политические проблемы должны решать политики, люди, умеющие идти на компромисс. Дипломаты — люди, умеющие решать проблемы. Единственная другая альтернатива — война и кровопролитие. А я думаю, нам этого хватило по горло. Насколько я знаю, и в государстве Израиль, и в еврейских общинах Палестины, до создания государства власть не принадлежала раввинам. Она принадлежала политикам, которые умеют идти на компромисс. И слава Богу, в Израиле якобы не было кровопролития. Что за чушь?
Нужно идти на компромиссы, замечательно? Скажите это арабам. Вопрос здесь не в религии. Вопрос в том, что арабы считают, что страна принадлежит им. И купол скалы, и Иерусалим, и Яффа, и Тель-Авив. Так что вопрос вовсе не в компромиссе. Мы пошли на компромисс в 1947 году. ООН предложила план раздела. Евреи согласились. А арабы начали войну. Когда в 1956 году арабы начали войну, что, раввины управляли страной? Нет. Фундаменталисты? Каханы? Нет. Бен-Гурион. Со всеми мастерами компромисса и умными адвокатами, которые не могут придумать схему кондоминиума. Так вот, есть разница. Моше Аронс хорошо объяснил, когда его спросили, что он думает о проблеме. Он ответил: «Господа, это Ближний Восток, а не Средний Запад». Я не знаю, что вам рассказали ваши родители о евреях. Похожи они на других или лучше других. Я знаю, что каждый праздник, а на Пасху вы ходите в синагогу, вы говорите: «Ты избрал нас из всех народов и возвысил нас над всеми городами». Прекратите нести ерунду. Проблема с большинством евреев в том, что они не хотят, чтобы народы слышали, как евреи говорят о себе, что они владеют истиной. Но мы ею владеем. И это не расизм, разница очень простая. Расист — это тот, кто говорит: «Я лучше тебя постоянно, ты никогда не сможешь стать таким, как я». Но евреи этого не говорят. Любой нееврей, кто хочет стать евреем, это такой же хороший еврей, как и тот, кто родился в еврействе. Но вот этот мерзкий менталитет гетто. Я не хочу быть хуже тебя, но я и не лучше тебя. Но у нас есть истина. У нас есть истина. Любой баптист знает, что Бог дал нам Тору на горе Синай. Проблема в том, что евреи этого не знают. Я думаю, это отвратительно, что на священнейшем из всех мест евреев, Храмовой горе, арабы построили мечеть. Что бы сказал мусульманский мир, если бы я тихонько пришел в Мекку и построил маленькую часовенку на Каабе? Услышали бы мы о компромиссах. Возьмите верхний этаж, а мы возьмем нижний. Нет. Я буду против любого еврея, который захочет осквернить священное место ислама. Я буду яростно сопротивляться этому, и я яростно сопротивляюсь тому факту, что мусульмане явились и осквернили священное место Иерусалима.